сегодняшнего сногсшибательного, не боюсь этого слова, файт-карта. Файт-карта такова, что 18 поединков мы с вами сегодня наблюдали и наблюдаем сейчас как раз итоговый 18-й. Главный бой вечера. Всемирная бойцовская мировая лига. Ахмат. Международный турнир. Ахмат ММА. Грозная битва под номером 9. И Трэвис Фултон против нашего легендарного Лечи Курбанова. Представителя клуба Ахмат, который дебютирует. А если быть точным, возвращается наш великий чемпион Кикушин карате и Чигеки, волк и Чигеки возвращается в спорт, возвращается в ринг, возвращается в клетку, в частности сейчас. Это продолжение его славной карьеры, 37 лет Лечи Курбанову, 93 килограмма, 180 сантиметров его рост. И Трэвис Фултон, боец, который дрался в UFC, лучшей лиги мира, опытнейший парень, 38 лет этому бойцу, 93 килограмма, также 1,82 м его рост, 251 поединок он выиграл. Представляете, дорогие друзья, 52 поражения, 10 ничейных результатов и 2 боя, no contest, так называемые, без решения судей. Вот такая вот заправка этого главного события вечера. Лечит нога, потрясающе жесткая, тяжелая нога его справа. Напомню, дорогие друзья, легендарным Лечи Курбанов является и в Японии. Легендарным он является и в Бразилии. Здесь нельзя добивать ногой, здесь главное Лечи не выбросить ногу. А хитрит здесь Фултон, а лоу-кик можно использовать. Михаил Малютин, мой сокомментатор этого итогового боя. Михаил, что здесь происходит? Расскажите. Ну, что, мы сразу видим, как американец пошел в атаку, ну, остерегаясь его ударов сумасшедших с ног. И пытается клинчевать его, будет клинчевать, залазить в клинч, пытаться перевести Паркер. Но ты знаешь, меня и удивил очень Лечи, красавец. Он, видно, подтянул Паркер, он не зря поехал в Бразилию. И видно было, как он ушел вот сразу, когда он начал переводить Паркер. Качественно ушел. Левый лоу-кик повторно. Сумасшедший лоу-кик, посмотри, он ему страшный бьет. Страшный лоу, страшный, смотрите, ух ты, сустав. Рассечение, сустав, по-моему. Там тяжелейшая уже проблема с суставом. Ничего есть уже себе. Болевые ощущения. Лечи тяжелейшие ноги, сумасшедший удар. Безумные, опасные ноги. Причем в любую часть тела он бьет, мне кажется, тяжело, уже больно, больно. Очень больно сейчас приходит Трэвису Фултону. И еще смотри, туда же Лечи сейчас. Молодец, очень так Лечи, акцентированно молодец. Заряжает левой ногой из левши. И туда же еще. Сейчас в область печени уже запускал. Посмотри, что у него на голени. У него рассечение. Да, рассечение голени у Трэвиса Фултона. Но Лечи сейчас еще не запустил в ногу. А вот вертушка. Практически рядом была. Мог нокаутировать. Смотри, как оттягивает. Попал Лечи. И сильно молодец. Попал. Фултон пропустил, молодец. Здесь добивание сверху. Боковой позиции здесь контроля нет. Прекрасно, прекрасно готов Лечи к бою. Это видно, что он проделал огромную работу, он научился. Лоу-кик туда же, в сустав. Ты знаешь, у него, мне кажется, у него не ноги там, а железобетон. Посмотри, как он бьет в голень. Знаешь, у него за всю его жизнь он как набил эти ноги. Это совершенство, на самом деле, бой совершенства для Лечи Курбанова в единоборствах. Он истинный воин, тот самый бусидо или путь воина. Он проходит его в течение всей своей жизни. Он получил, напомню, дорогие друзья, тут легендарный уже ВАЗ, машина АвтоВАЗ «Волга», значит, которая подарена была в 2001 году Ахмат Хаджи Кадыров, первым президентом Чеченской Республики, героем России. И под номером 2001 он выезжал на этой «Волге» на официальную церемонию взвешивания. Смотрите, сейчас сам Лечи мог пропустить удар справа в разрез. Очень аккуратно нужно быть Лечи. Буквально вызов. Чуть-чуть. Он бросил вызов еще не опускать себе. Руки, главное, Лечи Курбанову нужно. Против такого бойца с таким послужным списком. У него дебют. У него дебют у этого парня. Он вышел драться в 37 лет. Он начал только осваивать, грубо говоря, борьбу. Учиться, ставить руки. У него была совершенно другая специализация. И посмотри, как он проводит бой. Кстати, сейчас ищет, ищет. И он слабое уже... звено у Трэвиса Фултона. Лечи Курбанов. Изливший сейчас на себя вытягивает. Посмотрите. Вот так готовит вертушку. Чуть-чуть. Рядом было. Да. Посмотри, и лоу-кик тяжелейший справа от Лечи Курбанова. Тяжелейший удар. Напомню, дорогие друзья, что на контрольном взвешивании Лечи Курбанов весил 97 килограммов и 110 килограммов
Мне кажется, Travis, мне кажется, Royal Man, Fulton. Молодец, Lechi. The Iron Man, если бы точно, извиняюсь, дорогие друзья, потому что здесь есть такая ошибочка. Надо бить ему, бить, что ты печатал. Надо бить. The Iron Man, вот тот самый железный Fulton. Выдержал, конечно, натиск этот тяжеленный Lechi, и у Lechi даже небольшое рассечение появилось. Ты знаешь, молодец, Lechi, он... Да, ну мы сейчас будем ждать, конечно, второго раунда. Восхитительный первый раунд, очень конкурентный. Мы, дорогие друзья, продолжаем с вами. Конечно, куча эмоций мы в течение сегодняшнего зубодробительного файткарта 18 поединков выбросили. Особенно Шамиль Зауров и Субей. Это мото, это мега-бой был. Плюс, конечно же, еще огромное количество ярких поединков мы видели, дорогие друзья. Бойцовский клуб «Ахмат». Один из лучших клубов в России. Посмотрите, Трэвис Фултон не может продолжить поединок. И это победа. Это самая желанная и долгожданная победа. Первая победа, кстати, в ММА, смешанных единоборства. Да, Трэвис Фултон не может идти. Получил травму достаточно серьезную в голени. Ну и плюс, конечно, что говорить. Катаит, конечно же, отбил ногу тяжело очень. Это сделал Lechi Kurbanov правым лоу-киками. Просто были зубодробительные, уничтожающие лоу-кики. Я вообще поражен его ногам. Ты видел, как он бил? Он бил. Да, дорогие голову, друзья, что у него лопнула нога. Благодарю моего сокомментатора сегодняшнего вечера большинство боев. Михаил Малютин, прославленный российский боец смешанных единоборств, спасибо. Отработал со мной. Спасибо, Михаил. И, как обычно, дорогие друзья, я думаю, что вам понравилось, что вы увидели сейчас с Гродненского Колизея. Не прощаемся, мы говорим до свидания. С вами был Максим Воронов, Михаил Малютин. Крепкого духа и побеждайте.